Около 15 участников собрались в конференц-зале администрации Ленинского района, чтобы укрепить свои силы в командных решениях. Обучение сотрудников проходит не первый год, но работать в команде они пробуют впервые. Задача – научиться эффективно взаимодействовать и выработать интересные проекты для жителей района. Впервые вот получается собрать большинство работников администрации для участия в этом замечательном проекте. И в условиях меняющихся условий в современном мире, в сфере экономики, разных процессов, которые происходят, очень важно, чтобы сотрудники администрации, муниципальные служащие соответствовали этим переменам. Программа развития команд региона включает в себя комплекс теоретических и практических занятий. Они направлены на командообразование, обучение проектному управлению и дизайн-мышлению. В результате формируется группа профессионалов, готовых работать в условиях неопределенности и оперативно вносить изменения в текущую стратегию. Когда ты развиваешься индивидуально, ты смотришь на свой прогресс, знаешь свою точку А и точку Б. Когда ты работаешь в команде, ты можешь на себя посмотреть со стороны и сравнить себя с другими. Ну и плюс, как мы знаем, что одна голова хорошо, а две лучше, и в команде рождаются новые идеи, какие-то новые инновационные проекты, и мы совместно с командой стараемся поддерживать эти проекты. Организация «Таволга» работает в регионе 3 года. Ее сотрудники помогают повысить эффективность государственных и муниципальных служащих. На обучение приглашают спикеров из разных субъектов Российской Федерации. Августина Охременко, Константин Головин. События.